Мы находимся на выставке «Продэкспорт», говорим с нашими гостями, партнерами. Александр, расскажите, чем занимается ваша компания, что у вас в 2019 году будет нового и чего вы ожидаете от рынка, розничного или оптового? Да, здравствуйте. Мы импортеры пива из Восточной, из Европы. Такие традиционные страны, как Польша, Литва, Латвия и, конечно же, Чехия, Словакия в нашем ассортиментном портфеле присутствуют. Мы готовы предложить вам и всем участникам рынка весь пакет продукта из этих стран в неплохой ценовой категории. Мы готовы работать по формированию всей полки и ценообразованию на полке, участвовать в акционных программах и так далее. Наша работа строится на длительных отношениях с прямыми с поставщиками, производителями пива. Это лучшие компании Европы. И отличительная особенность компании в том, что действительно мы готовы по достаточно бюджетным предложениям предложить очень хорошее качество из Восточной Европы. Вот это наша основная особенность. А чего ожидаете от 2019 года? Он будет сложнее и легче, чем был предыдущий? Я думаю, что будет легче, надо надеяться на лучшее, но и тенденция последних лет говорит о том, что покупатель в России, несмотря на все трудности, он все-таки склоняется к качеству и выбирает качественный продукт. Он тем более учитывает тот фактор, что мы не завышаем свои цены. Мы работаем по понятным программам, мы открыты для своих клиентов по ценообразованию, и мы готовы предложить очень хорошие цены на эту продукцию. Конечно, покупателю приятно получить за невысокие цены очень качественный продукт из Европы. Это факт, и рынок растет импортного пива. Так или иначе, люди много путешествуют, и есть с чем сравнить это качество. То есть я считаю, что 2019 год принесет нам рост продаж, и мы будем вместе с вами в тренде в этом росте. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.